Привет, с вами Снежана, и вы на канале Снежана и Снежок. И сегодня будет видеоурок на прикольное видео. Оно мне очень понравилось, и я решила с вами поделиться. Давайте посмотрим пример. Скажите, очень круто получилось. А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео и подпишись на меня в Ютубе и на меня в лайке. Ну что ж, погнали! Для этого трюка нам понадобится программа KineMaster, в которой мы будем монтировать запись экрана. Если у кого-то нет такой функции, нужно скачать. Вот так она выглядит. Ссылку на эту программу я оставлю в описании. И фон зеленого цвета. Ссылку на фон я тоже оставлю в описании. Мне зеленый цвет особо не подошел. Я пробовала другие цвета. И больше всего мне подошел фиолетовый. А вы смотрите уже по вашей ситуации. Итак, первое. Скачаем наш фон и поставим его на рабочий стол и экран блокировки. Второе. Заходим в лайк, выбираем любимую музыку и снимаем видео. Я буду снимать с такими движениями. Бью по экрану, снимается блокировка, и листаю телефоном. Управляю телефоном и поднимаю нижнюю панель и опускаю. Давайте рассмотрим это более детально. Выбираем любимую музыку. Я выберу вот эту. Присоединиться. Включаю видео. Я сняла видео и сохраняю как частное. Продолжить как частное пост. Наше видео сохранилось, теперь можно приступить к монтажу. Скачаем наш фон. Сохранить изображение. Выходим. Заходим в настройки. Выбираем обои. Выбрать новые обои, фотопленка и выбираем наш фиолетовый фон. Установить оба экрана. Выходим, и у нас теперь фиолетовый фон. Выключаем телефон. Включаем. Включаем запись экрана. Делаем все те же движения, которые мы делали на видео. Разблокируем. Влево, вправо и поднимаем нижнюю панель. Опускаем. Теперь заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, медиа, all, добавляем наше видео, которое мы сняли в лайк, вот оно, layer слой, медиа, all, и добавляем нашу запись экрана. Вот она. Увеличиваем ее до нужных размеров. Вот так. Нажимаем на галочку. Подравниваем. Еще чуть-чуть уменьшаем, чтобы она попала под руки. Нет, еще чуть-чуть уменьшаем. Ну, например, раз.
музыка в конце становится тихой, поэтому мы нажимаем на настройки и убираем. И убираем эти ползунки. Вот так. Теперь выделяем наш слой записи экрана хромакей. Включаем ползунок и подравниваем, чтобы видно было хорошо цифры. И я была не фиолетовой. Вот так. Давайте посмотрим. Подстраиваем, чтобы оно попало под руки. Мне кажется, очень круто получилось. Сохраняем. Нажимаем на стрелочку. Экспорт. No sense. Еще раз на стрелочку. И save video. Выходим. Заходим. Лайк. Выбираем ту музыку, под которую мы снимали. Нажимаем присоединиться. Добавляем наше смонтированное видео. Вот оно. Продолжить. Нажимаем на размер. Выбираем размер лайк. И увеличиваем его. Вот так. Галочка. Убираем звук. Продолжить. Нажимаем продолжить. Пишем хэштеги. И пост. Надеюсь, легко вам было снять этот трюк. Если вам что-то непонятно, пишите ваши вопросы в комментариях, я на них обязательно отвечу. Так что, ребятки, снимайте видео, пишите хэштег Снежана Снежок, я обязательно зайду и лайкну. А мы с вами увидимся в следующих крутых видео.